Всем привет, ребятки, с вами Борода. Это канал не Нави и игрушечка под названием Зомби Кризис. Сегодня я хочу покрутить рулеточку вместе с вами, посмотреть, что она из себя представляет и какая же вероятность вылутить что-то годное. У нас будет всего 6 попыток, и я надеюсь, что хотя бы на одну из них нам повезет. Поехали. Первая попыточка, крутим. Да ладно, и чё, вот всё? Не, ну, да, конечно, вот это, да, я хочу забрать это. Не понял, мне что выпало-то? Она остановилась уже или что? Я не понимаю, я вроде как крутнул. Так, 10 эликсира, который нужен нам для развития героя. Первое, что нам выпадает. Давайте еще раз. Далее нам выпадают сапоги исследователя. Это уже из, получается, коллекционных. То есть это необычные. Это идет комплектация. И у нас одни из 4. Это что-то типа легендарочки, ребят. Вы посмотрите, сколько они добавляют здоровья. Для сравнения я предлагаю вам перейти прямо сейчас в героя, вот допустим в Рика, и посмотреть, сколько нам добавляют обычные, ребят. Плюс 113. В то время как вот эти, которые мы вылудили, добавляют плюс 1763. Ну вы понимаете, да? И вот для сравнения нам выпало изначально 10 вот этих вот эликсиров. И вот эти вот ботинки, это просто колоссальная разница. Давайте прокрутим еще разочек. Поехали. 4000 обычного эликсира, что тоже крайне неприятно. Вот эликсир обычный и золото, это самое худшее, что может выпасть тебе. Потом идет вот осколок украшения и улучшенный эликсир. Это второстепенные. И лучшие это одежда. И самые офигенные это, конечно же, пазлы героя. Так, хорошо, крутим дальше. И опять 4000 эликсира. Так, пока что мне это вообще не нравится. Поехали еще разок. тысяч золота. Еще лучше. Вы издеваетесь, что ли? У меня осталась последняя попытка. Боже ж ты мой, какие же они ублюдочные. Вы представляете, насколько плохо работает эта система? То есть, из 6 раз только единожды мне повезло с экипировкой. А все остальные разы я получил говнолут, который добывается спокойно с обычной компанией. Крайне обидно. Я бы лучше бы еще раз получил вот эти сапожечки и просто кайфовал. Ну что ж, ладно. Это то, на что мы заработали сегодня, дорогие друзья. Поэтому подписывайтесь на канал. Чем больше будет просмотров, тем больше будет рулеток. Я не против крутнуть и 10, и 20, и 30, и даже 100 раз для вас, если вы будете меня поддерживать. Всем спасибо. Пока-пока.